Депутат парламента от фракции «Гражданский договор» Андроник Кочерян видит необходимость во внутренней солидарности Армении, передает Азия АС. Чтобы Армения могла четко представить поставленные перед собой задачи, в этом беспокойном мире в первую очередь нужна солидарность в нашей стране, сказал Кочерян в беседе с журналистами в парламенте. Депутат, напомнив слова премьер-министра, сказал, что на данный момент нет опасности войны. «На данный момент мы не видим определенных очагов напряженности на линии границы. Но с точки зрения всех наших действий и реформ мы всегда должны реализовать такие быстрые и результативные шаги, чтобы наши потери после 44-дневной войны были восстановлены». На вопрос журналиста, может ли начаться война, если Агавна не будет сдан Азербайджану, Андроник Кочерян ответил: «Мы должны сделать все, чтобы война не началась. Вы постоянно говорите о войне, приближая войну. Я очень хорошо понимаю, почему вы задаете этот вопрос. Давайте сделаем так, чтобы у нас был мир. Нашему народу нужен мир, чтобы вылечить раны. Мы не сдаем Агавна». Вы можете задать такой вопрос бывшим руководителям, которых вы обслуживаете. Напомним, что село Забух армяне называют Агавно. Отметим, что после соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе Лачинский коридор, на котором расположено село Забух, находится под временным военным контролем миротворческого контингента Российской Федерации. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк. Если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.